Школа номер 18 города Якутска отметила новоселье. В поселке геологов Сайсарского округа торжественно открыли новое трехэтажное здание школы на 360 мест. До этого 18-е располагалось в деревянном здании 68-го года постройки. Строительство нового объекта начали еще в апреле 2015-го. И примечательно, что новое здание ввели в юбилейный 60-й год этой школы. Событие посетил накануне глава республики. После церемонии Егор Борисов обошел новое здание, поговорил с учениками и коллективом школы. Рассказывает Саргалана Федорова. Уютные кабинеты с игровыми зонами, универсальные помещения для обучения предметам технологии, рисования распахнули свои двери для учеников. Каждый класс оснащен интерактивными системами. Предусмотрена библиотека, спортзал, классы лаборатории, стоматологические и медицинские кабинеты, а также актовый зал с эстрадой. Сегодня в школе номер 18 обучаются 383 школьника. Теперь созданы все условия для полноценного образовательного процесса. Новая школа отличается уникальными архитектурно-планировочными решениями. Большие светлые коридоры, отдельный этаж для начальных классов. Для оформления интерьера подрядчики использовали экологически чистые материалы, а цветовые решения согласованы с детскими психологами. Дети взахлеб рассказывают о впечатлениях от первых учебных дней. Вообще такая большая школа. Мы здесь еще путались. Отныне дети смогут учиться в одну смену. Школа номер 18 стала первой ласточкой реализации федерального проекта, направленного на обеспечение односменного режима обучения в общеобразовательных школах и перевода обучающихся из зданий с износом 50% и выше. У нас уже достигнуто соглашение на сумму 729 миллионов рублей, и в этом году, в 17-м, у нас планируется к вводу 4 новых школы. Родители и учителя надеются, что новая школа станет стартовой площадкой для одаренных, целеустремленных ребят. Саргалана Федорова, Владимир Таюрский, НВК Саха, Якутск.